Здравствуйте, с вами Бравкович Татьяна, я активный пользователь и консультант корпорации «Сибирское здоровье». И сегодня мы с вами поговорим об уходе за полостью рта. В компании «Сибирское здоровье» выпускается много зубных паст и средств по уходу за полостью рта. Но я вам сегодня хочу рассказать и обратить внимание на два средства, которые мне очень нравятся по уходу за полостью рта. И этими средствами можно не только ухаживать, полоскать горло и рот, но и чистить зубы. Это у нас флоросептик-волшебник и антисептик-волшебник. Оба они называются волшебник. А сначала я вам с вами поделюсь вот своими впечатлениями об этом средстве. Это флоросептик-волшебник. У него шикарный состав травяной из экстрактов трав, и я вам сейчас его зачитаю. Это экстракт листьев эвкалипта, экстракт сибирской лиственницы, масло эвкалипта, экстракт мяты, экстракт шалфея, экстракт солодки, экстракт горца японского, экстракт байкальского шлемника, экстракт ромашки, масло чайного дерева. Еще я хочу прочитать, как эти травы действуют на полость рта и на десна. Экстракт листьев эвкалипта и экстракт сибирской лиственницы стимулируют процессы восстановления тканей, подавляют размножение патогенных бактерий. Масло эвкалипта снимает воспаление, ускоряет заживление. Экстракт мяты освежает, восстанавливает эластичность и повышает прочность сосудов. Экстракт шалфея, солодки, горца японского и байкальского шлемника обладают вяжущим действием, укрепляют сосуды. Экстракт ромашки и масло чайного дерева обладают выраженным противомикробным эффектом. То есть этим средством я предпочитаю чистить зубы на ночь. Во-первых, снимает налет, успокаивает, укрепляет десна. Против кровоточивости десен очень хорошо помогает. И к тому же снимает воспаление в горле. Отдельно скажу про зубной камень. Вот у меня буквально недавно мой второй камушек благополучно отвалился без вмешательства стоматолога. Мой сын также пользуется этим флоросептиком, и он тоже получил очень хороший результат. Он меня сейчас снимает. Дима, расскажи, пожалуйста, какой результат? Первый результат у меня получился через 3-5 дней. Ну, конечно, для этого нужна правильная чистка зубов, нормальная щетка. И, опять же, в зависимости от того, как долго у вас этот камень зарабатывался. Что камень, что налет. Вот и все. Рецепт прост. Вот, то есть моя семья пользуется этим флоросептиком. Кстати, этот флоросептик еще хорошо помогает от ожогов. И второе средство, которое тоже мне очень понравилось, это антисептик, это антибактериальный спрей «Волшебник». Я зачитаю вам его состав. Сюда входит актинидин, дезинфицирующее средство антисептик, розмарин, перечная мята, эфирное масло эвкалипта и герани, масло лимона и лицея. Чем же он хорош, этот антисептик? Он очень хорошо освежает полость рта, это первое. Убирает дискомфорт в горле. Он очень хорошо снимает першение. Это я уже заметила, у меня сын пользуется этим средством, брызгает его на ночь. Если обыкновенным спреем из аптеки вы не будете брызгать в качестве профилактики, так как это все-таки лекарство. А вот это средство, оно идеально подходит для профилактики и в период заболевания. И он очень хорошо снимает воспаление. У меня воспалился нерв, то есть у меня вся челюсть болела, нижняя челюсть. Зуб болел, и вот это вот средство мне очень помогло снять воспаление. Вот я вам рассказала про эти уникальные средства, уникальные, так как они натуральные, с экстрактами трав, масел.
И вся моя семья получает очень хороший результат. Именно поэтому я с вами и поделилась этими результатами. Все эти продукты вы можете приобрести в интернет-магазине. Внизу под этим видео вы найдете ссылки на интернет-магазин и ссылку на PDF-каталог, где вы можете подробно ознакомиться с нашей продукцией и с ее ценами. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых роликов.